Всем здорово, ребят! Ну что, мы сегодня с вами на тестовом аккаунте, и сегодня мы будем с вами пробовать выбить еще несколько недостающих героев, потому что надо докачать аккаунт. Десяточка уже практически получила всех героев недостающих. Здесь мне еще некоторых героев не хватает. Вот, например, оккультиста. Их можно было бы купить, но хочется все-таки их выбить. Оккультиста, Фобу мы на десяточке вытащили. Ушло на это, конечно, прилично самоцветов, но оно того стоило, и сейчас я решил еще подролить на тестовом, потому что у меня многих героев нету. 80-91, вот так вот. У нас, как видите, оно душика можно купить, Леди Лео, Одер Варлок, Валя, Фея, Укротитель и Череп. Сейчас я гляну, может, они у меня есть. Может, там уже подкрутили их. Варлок есть. Подкручено, ребятушки. Недостающая имбушка одна есть. Так, Укротитель. У всех остальных, как видите, нету. Ну, можно было их и так получить, но мы сейчас попробуем заролить недостающих легенд. Акций сегодня никаких нету, поэтому я решил не под коллекционера, а именно так поролить, посмотреть, как на английском сервере падает без коллекционера героев. Поехали. Такс. Алхимик. Профессор Рибит. Землеройка. Неплохо, неплохо тогда. Друид Суккуб. Тоже 2 мега имбы. Так, ну что? Вообще не падает. Сноу. Надо укротителя. Короче, ребятушки, вот так вот. Вот такой вот полный трэш. Надо укротителя, и падает нам укротитель сразу же, без тиммер. Подкручено, 100% подкручено. Блин, удивляюсь этому, конечно, рандому всегда. Но это просто жесть, ребят. Ну вот так вот, еще плюс один недостающий герой. Чисто для архидемона хочу прокачать несколько аккаунтов здесь, чтобы сразу же тестировать несколько архидемонов разными составами. В общем, вот так вот, ребят. Неожиданно, нежданно, конечно. Так. Поехали, смотрим, что у нас еще. Так, черепа не хватает. Череп, оккультист, фея, Леди Лео, Валька и Фобос. Поехали. Призрачный. Так, бульдозер это такое. Так, ну что нам, надо череп. Давай, рандомчик. Нужен череп. Бочки хорошо падают, значит, сейчас будет имба, ребят. Сейчас вангую, выбьем имбу. Тесочка. Кенди. Ну что, это все, что ли? Дайте какого-то хорошего недостающего героя. Ведьма. Рогатка. Свалин. Ну, а это все есть. Деск Найт и Вала-Вала. Давай, рандомчик. Бочка. Да, вот так вот, ребятушки, я спалился с щитами этими. Только хотел сказать, знаете, надо было раньше сказать, а тут оп, и оно сразу же падает, этот укротитель. Так. Черепа достать, ну, паладин даже падает. Ну, нереально просто. Капитан Дрейк. Варлок еще один. Еще один укротитель. Бигфут. Ну, вот понеслась. Ну, Свалин. Неплохо, неплохо. Давай, рандомчик. Памкин Дюк. Оу, наконец-то. Фея еще у нас пришла. Отлично. Еще одна имба, ребят, на аккаунте. Окей. Это у нас второй герой за сегодня.
Ну, варлока не считаем. Варлока мы раньше получили. Итого нам осталось всего фигня. Валька нужна. Одер, Фобос. Душика можно, в принципе, будет и так купить. Одержимого тоже можно собрать. Но мы не ищем легких путей. Так, отлично, поехали. Еще давайте немножко паролим. Купидон. Триантик. Дракос. А Леди Лео будет или нет? Асура. Космо. Вот так вот даже Космо нам упал уже. Ну, хорошие-хорошие легенды падают. Пожалуйста, Леди Лео, ребят. Все как обычно. Просто вот все подкручено. Админ панелька, читы. Короче, все вот так вот. Вот так вот происходят у меня роллинги всегда, ребят. Уже даже сам себе начинаю верить. Так, окей. Поехали. Ух ты, как я давно сюда не заходил. Так, что мы имеем? Че, давайте троечку мы вытащили. Валька, одержимый, Фобус, оккультист, разруха и череп. Это просто жесть, ребят. Самые такие обычные простые герои, а нам их не хватает. Попробуем. Давайте еще тысяч там, не знаю сколько, сролим. Сролим сейчас мы с вами. Так, Купидон. Значит, сейчас будет очередная имба. Чемпион. Домчик, давай. Варлок еще один. Очень нужная повторка. Гаргул. Так, ну череп надо. Варлок падает. Не, я сказал, череп надо. Медуза. Я хочу черепа. Гаргул. Еще одна фея. Инди. То чувство, когда у тебя есть топовые герои. Отлично, ребятушки, еще одержимого словили. Есть топовые герои, а ты ищешь всякую фигню на аккаунте. Потому что они недостающие. И их практически, не то что практически, их на рынке не продают. Их можно только либо карты открывать. Кстати, хорошая идея. У нас есть карты, чем мы паримся. Посмотрим, что у нас по сундуках тут. Ну, у меня такие сундуки, с которых тут вряд ли что-то нам нужное упадет. Так. Фрея и Афинка. Малышник и Чик. Триантик. Такое себе. Так. Такс. Окей. Плюс, ребят. Плюс 5 героев сделали. Я считаю, это вообще отличный результат. Валька, ну, Валька, Фоба, оккультист. И разруха, и череп. Ну давайте еще 15к, а с вас 15к лайков, поехали. Поехали, ребята. Попробуем сделать. Бастимер, это еще один укротитель нам упал. Жесть, сколько укротителей тут падает. Так, фишка. Ну что? Сасквач. Не хочет он давать нам еще одну имбу недостающую. Кинь. И за 150. И... Что за 150? Не хочет? Нашаманили. Ну, не знаю. В принципе, отлично. Я считаю, более чем отличный результат. Достали мы дофига недостающих героев. Будем пробовать дальше подособирать это все дело и начать нормальные полноценные тесты, потому что я что-то
от битвы замков не торчу, как раньше, поэтому и не особо сейчас и десятку даже вам снимаю, но надо этим заняться. В общем, пишите комменты, ставьте лайки. Всем такой же удачи, всем пока.